Коллектив женский у нас будет, потому что название его «Стройняшки». Встречаем бурными аплодисментами. Алло, мам, привет, я тебе такое хотела рассказать. Все, потом, я очень занята, родительское собрание. Алло, мам, когда ты уже домой приедешь? Танюша, потом педсовет. Алло, мам, как дела у тебя? Сейчас не могу, у меня дневник РУ, понимаешь, позвони позже. Дорогие мамы учителя, порой из-за вашей работы вы редко уделяете своим детям время. Пожалуйста, не забывайте про нас. Мы ведь так часто скучаем. А в нашей школе ученики уже разучили гимн к экзамену. Помоги мне, ради Бога, написать в свой гимн. Разреши мою тревогу, это камера в углу. Дрожь меня бросает сразу, в туалет иду смотрящим, это ужас настоящий. Помоги мне все решить, этот подвиг совершить.
уважаемые жюри, дорогие зрители, поверьте, если мы даже не пройдем в финал, это ведь не главное. Главное, что мы получили огромное удовольствие, находясь сегодня на этой сцене вместе с вами. Не судите нас строго, ведь для того и существует КВН, чтобы встречаться, веселиться и просто наслаждаться юмором. Ну, если что, приглашайте. Газелька у нас уже есть. Приедем. Весна, весна, на улице опять весна. А мы с девчатами приехали к вам сюда. А пацаны кричали, что не взяли их. Но мы с девчонками справимся и так без них. Да что же вы, похлопайте погромче нам, чтобы мы точно уж попали в финал. Не мы, девчонки бахтилевские, астраханские, а не ксилевские. Едем ездить в соседнее село на выступление. Едем, едем на выступление со своим представлением.